К новостям из Украины возвращаемся. Убытки от пожара в кинотеатре «Жовтень» составляют 7 миллионов гривен. Эту сумму уже почитали в Киев-город-администрации. Основная версия инцидента – поджог. Напомним, здание кинотеатра вспыхнуло 29 октября вечером. Тушили пожар около 5 часов. На втором этаже полностью сгорела крыша одного из кинозалов в площадью в 300 квадратных метров. А вот первый этаж весь залит водой. Никто не пострадал. Уже 100% информацию мы отримаем завтра. Але вже порушена кримінальна справа, стаття 194, частина 2, умисне знищення, пошкодження майна шляхом підпалу. Но у телеканала 112 Украина есть же свои корреспонденты, которые тоже стараются разобраться в этой ситуации, возможно, каким-то образом провести свое небольшое расследование. Этим сейчас вопросом занимается Ярослав Кучеренко. Он находится возле кинотеатра «Жовтень». Ему мы и передаем слово. Ярик, мы тебя слушаем. Спасибо огромное, Алла. Доброе утро тебе, доброе утро, Тигран, доброе утро всем зрителям. Находимся возле кинотеатра «Жовтень». С внешней стороны кинотеатр выглядит нормально. Даже можно и не понять того, что там произошел поджог, потому что это все было проведено очень профессионально. И забрасывались горючие смеси на крышу, сгорело все оттуда. Потом оно обваливалось в зал кинотеатра, потом сгорели рубки, сгорела пленка, эксклюзивная пленка фильма «Ларс фон Триера «Нимфоманка», режиссерская версия 5,5 часов. По одной из версий, это единственная в Украине пленка. Это прекрасный фильм, на который хотел пойти Антон Жечко. Это молодой режиссер украинский из Запорожья. Это будущее нашего кинематографа с вами. Это человек, который сейчас сделал фильм, представил его на фестивале «Молодость», в частности, который сегодня и вчера, и все дальнейшие дни показа этого фестиваля должен был проходить именно в этом кинотеатре «Жовтень». Сейчас Антон находится в Киеве, он представляет свою работу на фестивале, он смотрит эти все фильмы. Антон не был никогда в Жовтне, насколько я знаю, но у Антона есть своя четко сформированная позиция по поводу того, что случилось в городе Киеве. И я думаю, что вам всем будет интересно услышать мнение людей, которые непосредственно участвуют в фестивальной деятельности Украины, города Киева. Антон, доброе утро. Скажи, пожалуйста, как тебе новость о том, что такое случилось? Доброе утро. Ну, безусловно, прежде всего, я воспринимаю данное событие как трагедию, причем трагедию общеукраинского масштаба в культурной ее сфере. Поджог произошел культового кинотеатра, которому, если не ошибаюсь, уже исполнилось 84 года. Мало какой кинотеатр может похвастаться такой историей. И для меня лично это трагедия, это очень большая потеря. Однако, знаете, я скажу такую, выскажу такую, может быть, непопулярную нынче оптимистическую точку зрения, что вне зависимости от того, чем руководствовались, какими мотивами руководствовались поджигатели, а здесь, безусловно, был поджог профессиональный, будь то рейдерский захват, либо же попытка дискредитировать Украину на пути к ее евроинтеграции, вы знаете, мне кажется, что поджигатели добьются крайне противоположной результатов. Почему? Потому что, вы знаете, я верю в то, что, во-первых, кинотеатр восстановят, во-вторых, я верю в то, что ужесточат все контроль над пожарной, над техникой пожарной безопасности. И в-третьих, наконец-то мы, наше общество, и начиная с Киева, научатся бороться, научатся давать отпор в конкретно сложившейся ситуации. Знаете, я вот хочу привести очень уместный, на мой взгляд, пример. Пример с аннексией Крыма. До этого у нас не было боеспособной армии. Однако стоило этим событиям произойти, в общем-то, была сформирована профессиональная армия, и мы научились давать отпор. То же самое, я верю, может произойти и должно произойти и здесь. Мы научимся давать отпор, и мы, в общем-то, решим всю эту ситуацию. Да, спасибо огромное, Антон. Мы говорили с молодым и талантливым запорожским режиссером Антоном Жадько о поджоге кинотеатра «Жовтень». И я хочу сказать, друзья, что Антон принимает участие в фестивале «Молодость», и этот фестиваль будет продолжать происходить. Об этом вчера сказал на пресс-конференции директор фестиваля, всем нам известный товарищ Хелпахчи. Вот так вот будем продолжать находиться здесь. Я хочу напомнить, что партнер самого утреннего информационного, бодрящего шоу страны «София Киевская», мы даем только самую чистую и проверенную информацию. Спасибо большое, Ярик Кучеренко. Мы же продолжаем и дальше эфир утреннего информационного шоу «112 минут».